Река Печора – ближайшая к северу от истока Вишеры. От Красновишерска до нее около 200 километров. Здесь царство гор, каменных осыпей и тайги. Здесь также протекают реки Унья, Большая Хазья, Малая Хазья, Манская Волосница, впадающие в Печору. Самая высокая вершина здесь, в бассейне Печоры, гора Атартен. Высота ее 1182 метра. Здесь же, в истоке Печоры, находится и одно из чудес Северного Урала – Мань-Пупунер, гора мансийских богов. Когда-то доступ сюда, на священную гору, был закрыт для манси, коренных жителей этого края. И лишь в 1957 году впервые была осуществлена киносъемка этого места. Это сделал пермский кинооператор Михаил Александрович Заплатин. Наша нынешняя цель – гора Атартен. Здесь, в котловине этого озера, всегда лежит снег, даже в жаркое лето 1998 года. Здесь мы проводим несколько незабываемых дней, которые можно было бы просто назвать «нормальный летний отдых». Пока взрослые сидят у костра, наши подросшие дети совершают самостоятельное вечернее восхождение на гору над озером и над нашим лагерем. Мы уже все вместе отправляемся на главную вершину Атартена. Высшая точка горы Атартен. В разрушенном каменном туре на вершинном плато мы находим записку серовских туристов. Она пролежала здесь с 1976 года, то есть 23 года. Записка из другого времени. Ворота Атартена. Интереснейшее место. Как будто когда-то кто-то эти камни специально сложил в подобие ворот. Thank you.
Там, за дальними горами, находятся истоки Вишеры. Вода в Лозинском озере достаточно прохладная, но купаться можно. Лозьва – река Свердловской области и начинается из-под горы Атартен. С высоты Атартена мы замечаем, что форма самой глубокой части озера похожа на трехпалый след динозавра, и причина глубины озера нам сразу становится понятна. Ночами июльскими не спать на сене, не крутить нам по комнатам сладкий дым папирос, перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья обжигает мороз, перелетные ангелы летят на север, их нежные крылья обжигает мороз, опускаются ангелы на крыши зданий и на храмах покинутых ночуют они, а на утро снимаются в полет свой дальний, потому что короткие весенние дни. Радиальный выход к снежной пещере в долине правого притока Лозьвы. Несмотря на жаркое лето, весь снег не успел растаять, и ручей пробил в нем снежную пещеру. Я видел такие снежники в Якутии, но не думал, что увижу здесь, на Северном Урале. Вода здесь, конечно, много холоднее, чем в Лозьвинском озере. Это настоящая снеговая вода. Thank you.
Наше традиционное мероприятие – соревнование в конце путешествия. Они еще больше объединяют и детей, и взрослых. Но они – предвестник окончания путешествия. И вот уже церемония награждения. Прощайте, горы, до следующего сезона.